Продолжаем выпуск. Согласно данным, за этот год 124 общеобразовательные школы Бухарской области приняли участие в инициативном бюджетном проекте и освоили порядка 100,5 миллиарда сумов. Это, в свою очередь, предоставило возможность обновить учебные заведения, укрепить материально-техническую базу, создать комфорт как для учащихся, так и для педагогов. Наш следующий материал основан на примере пилотного проекта, запущенного в Каракульском районе Бухарской области. В 53 общеобразовательных школах теперь будут созданы современные центры профобучения и кабинеты для изучения иностранных языков. На эти цели направлены 5 миллиардов сумм. По словам учителей и ветеранов труда, много лет проработавших в учебных заведениях, такой реформы в истории региона еще не было. Инвестиции в образование – это капиталовложение в будущее. Именно такой подход применяется в Каракульском районе. Представители подрастающего поколения уже в стенах школы могут освоить навыки той профессии, которая им по душе, и в ближайшей перспективе они станут профессионалами своего дела и будут востребованы на рынке труда. Благодаря инициативам президента по реформированию системы образования сегодня в Каракульском районе происходят большие изменения. Впервые за свою многолетнюю деятельность я только сейчас наблюдаю такие улучшения в материально-технической базе школ. В целях улучшения системы образования из инициативного бюджета выделяются средства на техническое оснащение учебных заведений. По инициативе президента каждый выпускник школы должен владеть хотя бы одним музыкальным инструментом. И вот для выполнения этих задач школам выдаются синтезаторы. Еще одна осуществленная мечта нашей школы – это швейная машина. Для изучения иностранных языков мы получили новые компьютеры и интерактивные доски. Мы этим очень сильно гордимся. Теперь есть все необходимое для обучения столярному делу, кройке, шитья и другим востребованным на сегодняшний день профессиям. Кроме того, основной целью проекта было повышение интереса школьников к искусству. Поэтому сегодня все школы района были обеспечены музыкальными инструментами. В Каракульском районе в течение многих лет делается большой упор на точные науки. Сегодня 53 школы получили необходимое современное оборудование. Я думаю, это подстегнет каждую школу на достижение отличных результатов, создаст здоровую конкуренцию, что в целом положительно повлияет на процесс обучения. Мы благодарны за такое внимание и поддержку. В этом году из средств инициативного бюджета мы получили оборудование для технических классов, и самое главное, теперь есть возможность для создания в каждой школе классов иностранных языков. Это сильно поможет улучшить качество образования. Инициативный бюджет сильно помог 53 школам нашего региона в материально-техническом плане. И самое главное, что именно здесь, в отдаленной местности нашей страны, создан престижный международный университет. Выбор Каракульского района не случайен. Реализация инициативы главы нашего государства сегодня закладывает фундамент для создания здоровой конкурентной среды в школах и увеличения количества квалифицированных специалистов в перспективе.